окурит весь щиток на даче. Я его когда-то тоже проверял тепловизором, делал, раскидывал по току провода, чтобы нагрузка была распределенная, провода не грелись или грелись равномерно. Но это было давно, уже менял автоматы здесь, что-то доделал. Ну, собственно, давайте посмотрим тепловизором, что происходит сейчас в этом электрическом щитке. Палитру я переключил, потому что эта палитра мне сейчас более удобна. Вот мы видим нагрев. Нагрев автомата. Сейчас даже посчитаю, какой. Раз, два. Нагрев второго автомата. Причем нагрев его в отводящем кабеле. Так, и попробуем померить сейчас температуру. Так, порядка 28 градусов, по-моему. Вот автомат 10-амперный. Не знаю, что с ним происходит. Но, собственно, завтра будут разбираться. Я, честно говоря, не помню, что за нагрузка на этом автомате. А, все понятно. Значит, на этом автомате сейчас греется бойлер. Вот, потому что я только приехал, включил нагревать воду. То есть, собственно, вот он поэтому и греется. Я так думаю, надо менять его. Все, спасибо.